Дорогие дети, дорогие Настя, дорогой Антон, от всей души поздравляем с праздником, с замечательным праздником. Mama told me not to take what's given, just try to survive. Любимый брат, теперь уже любимая сестреночка, вы интересны, красивы, молоды. Они реально вот дополняют друг друга. Это идиллия, это семья уже давно, на самом деле. Все в жизни начинается с любви. Друг другу каждый миг ее дарите. Храните чувства нежные свои. Всегда в ладу и радости живите. Мы решили подарить вам первый кирпич. Он самый будет счастливый. Самый надежный. Желание для вас и для меня лично – это наша дружба, которой я очень дорожу. Все, сейчас буду плакать. Антон, ты сам понимаешь, да, что ты для себя ответственно сделал для себя шаг, что ты сегодня женился, на тебе появилась ответственность, что у тебя есть теперь человек, за которого ты отвечаешь, за которого ты должен в огонь и воду и в медные трубы. Чтобы ваш союз был союзом влюбленных сердец, чтобы вы всегда на протяжении всей жизни смотрели друг на друга с нежностью, чтобы вы никогда не забывали ваши такие сокровенные моменты, как вы познакомились, ваш первый танец. Жизнь пройти не поле перейти, поэтому перейти все поле дружно, рука об руку, говорить друг другу только мы. И всем, чтобы знали, что это тобой. Я вас очень люблю. Я желаю вам всегда по жизни идти в ногу. Рука об руку, за руку. Это состояние, в котором вы сейчас пребываете, эти чувства сопровождали вас очень-очень долгие времена. Здоровья, здоровья. Остальное все купим. На самом деле, все зависит только от вас. Как у вас будет на сердце, как у вас будет в душе, так и будет. Любите, цените. С праздником!